Access granted. Access granted. Такой раб вода. Распылять отравляющий газ через вентиляцию? Кто способен на такое безумство?
Активация сканирования. Биометрических данных. Объект опознан. Доступ разрешен. Задержали за участие в заговоре с целью осуществления террористического акта. После оформления пройдете медицинский осмотр. Затем у вас будет возможность высказать свои претензии. Мы разберемся, тот ли вы человек. Вам же будет проще, если будете сотрудничать добровольно. В противном случае вас заставят. Ради бога, так нельзя! Вы не можете меня здесь держать! Долго вы нас будете здесь держать? Я ничего не сделала!
Придурок долбанный. Мало того, что в них докторишки ковыряются, так ему надо еще их... Чтобы наши были в безопасности. Надо все сделать по уставу. Не хочу лишний раз привлечь его внимание, особенно по такому поводу. Да, он прямо одержим этим своим чрезвычайным планом. Если честно, надеюсь, он никогда его не применит. Я тебя понимаю. Но с другой стороны, учитывая, что с ними сейчас делают, хуже уже быть не может.
Прости меня, пожалуйста. Кайтнер, это Дженсен. Я в этом, в твоем тюремном лагере. Загружаю данные в компьютер. Принято. Проблемы есть? Нет. Но надо сказать, я не совсем так себе все представлял по твоему описанию. Да уж, это обсудим позже. А пока пробирайся в крыло допросов и выясни, что скрывает Берг. Когда выяснишь, свяжись со мной. Конец связи. Активация сканирования. Thank you.
биометрических данных. Объект опознан. Доступ разрешен. Молчать, честно. Только не трогайте меня. Спокойно. Я вас не трону. Вы не сними? Вы не ученый? Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Сделайте что-нибудь, пока они не вернулись. Я не хочу исчезнуть, как остальные. Все хорошо. Как вас зовут? Нина. Нина Салливан. Не знаю, за что меня здесь держат. Меня схватили прямо на улице. Мне говорили, что в Кейптауне небезопасно. Но я думала, там столько полицейских. В Кейптауне? ЮАР? Разве мы не там? Я отключилась. Кажется, мне что-то дали. Я приехала в Кейптаун отдохнуть в конце лета. Осенью я перехожу в старший класс. Мне хотелось приключений. Родители, наверное, с ума сходят от беспокойства. Видимо, ты не террористка. Нет, я ничего плохого не сделала. Никогда не участвовала в митингах. Ничего такого. Как и большинство девчонок здесь. Насчет мужчин не знаю, но, пожалуйста, вытащите меня отсюда. Погодите, вы сказали, они вернутся. Кто? Берг?
Это он за всем этим стоит? Я не уверена. Он заходит, но не так часто. Я знаю, что он тут отдает приказы, но он не так сильно нами интересуется, если не считать допросов. В основном нами занимаются врачи или ученые, или кто они там. Расскажите мне об ученых. Среди них есть женщина по имени Рид. Я не знаю. Одна женщина есть, но ее фамилия Каванах, а не Рид. Ее так охранники зовут. Она не такая, как другие. Ей не нравится то, что они с нами делают. Мне кажется, ее заставили этим заниматься. Остальные с нами обращаются как с животными. Это ужасно. Я хочу домой. Я хочу вам помочь, но сначала успокойтесь. Что значит исчезнуть, как остальные? Что здесь творится? Я точно не знаю. Я только слышала сплетни и кое-что видела мельком. У меня брали анализы, кровь, биопсия, образцы ткани, словно я лабораторная крыса. Вы поэтому здесь, отдельно от остальных? Здесь они нас изучают и обследуют. Хотят узнать, подходим ли мы для чего-то. Не знаю, что им от нас надо. Иногда нас отправляют обратно в камеры. Тех, кто не подходит. Некоторые думают, их отпускают. А мне кажется, их отправляют в другое место. Может, в другой комплекс или в другое отделение здесь. Почему? Почему вы так считаете? По их разговорам, они вроде как ищут идеально подходящий ген или что-то вроде того. Я же не врач, я в этом не разбираюсь. Я просто не хочу, чтобы меня трогали. Я знаю, что это жестоко, но я не могу вам сейчас помочь. Вы меня бросаете? Не надо! Вы не представляете, каково это! Пожалуйста! Я не могу сейчас взять вас с собой или выпустить, чтобы из-за вас подняли тревогу. Поверьте, я освобожу вас, как только смогу, но пока вам лучше оставаться здесь. Я и так подниму тревогу. Берг и два врача только что прошли в морг. Я расскажу им, что вы здесь, да? Выпустите меня, или я все расскажу. И что тогда? Думаете, они вас отпустят? Кроме меня вам помочь некому. Проявите терпение. Пожалуйста, не уходите. Журнал клинических испытаний 11/27. Присутствуют доктор Тиффани Каванах, доктор Гэри Сейдж, наблюдает командир Питер Берг. Пациент зафиксирован и находится под наркозом. Вводим препарат Бетифиз 027, 1,75 кубика. Вход через левую подзатылочную мышцу. Изоляция нового мозжечка и узлы моста. Отлично, господа. Похоже, спинно-черепная замена прошла успешно. Она стабильна уже 48 часов. Замена верхнего отдела позвоночника и задней части черепа сложнее вашего импланта заднего мозга, командир Берг. Но мы справимся. Загвоздка не в этом. Я в курсе, в чем загвоздка, доктор. В получении нужных результатов. Гэри! Гэри, она очнулась! Взгляни на альфа-волны. Они ослабевают. Давление и пульс повышаются. Уровень кислорода очень низкий. Возьмите все под контроль, Сэвидж. Тиффани, увеличь дозу анестетика и отключи интерфейс ПСМ. Приготовь пропофол. Ее надо стабилизировать. Не получается, Гэри. Черт! Разрыв в Элизиевом круге. Передняя мозговая артерия. Черт! Черт! Надо оперировать! Слишком поздно, Тиффани. Ты это знаешь. Оно еще живо? Нет. Она умерла. Не понимаю. Она так быстро перегорела. Реальная дегенерация прошла гораздо быстрее, но новый препарат должен был подействовать. Избавьтесь от тела. Я прикажу подготовить и отправить к вам нового кандидата, доктор Каванах. Ублюдок. Thank you.
Thank you.